выехали в экспедицию на Шаман-гору. Тут уже до Реи осталось 40 км, да? Погода благоприятствует. Подъезжаем к старому брошенному селению, бывшему Дуто. Дутой, да, или Дуто оно называют. Дутой. Речка Дута. От ворот с федеральной трассы влево. И еще раз. Так, а тут что-то какая-то. Куда-то? Влево. Влево? Сюда влево. От моста свернули направо вдоль реки. Ушли. Есть речка, вон скотина, поселка какая-то. Уже поселка кто-то, да? Дичь? Дичь. С титьками ползал. Дичалый, ну. По бокам крутые горки. Красивые. Ледок в этих самых. Гранитные. Гранитные скалы. Гранитные камни. Вот. Дошел, там гранитами не пахнет. Подъезжаем уже. Здесь выходят эти, так называют. Будки. Здесь вот все. Сейчас. А, и уже подняли. Давайте на воде эти. Круги-то расходятся. Красота. Выходим, подъехали. Ну вот, пожалуйста. Отличная погодка. Сплошной кислород. Утки крякают. Какую-то удочку достает он. Вот это Шаман-гора. Тут уже, правда, понаписали. Нехорошие люди. Свою крутую камеру показывает, которая снимает. Я ей работаю. Все снимает. Видео, фото, 4К, 4G. 8К. Роман уже успел проверить на радиоактивность. Можем безопасно приступить к завтраку, да? Да. Экспедиция называется. Это вам не хухры-мухры. Каких приборов только нет. И все под фирменным знаком. Геотуризм. Сейчас мы пойдем вот на эту горку с двух сторон. Там наскальные рисунки. Небольшая пещерка, где жили люди в каменном веке. Попробуем проверить, жили ли они там в бронзовом, а может быть и в железном.